Девочки, мои кошечки, любимые, всем бонжорно, всем доброе утро. Ребята, привет. Сегодня воскресенье. У нас семейный обед с родственниками моего мужа и Кристины. У свекровой дома. Сейчас я вам поближе все покажу. Елочку свекровой покажу. Свекровь зажгла. И вот она, елочка. Вот так вот. Вместе красиво с огоньком, да, как-то сказочно получается. Кристина наряжала. И бант такой красивый, золотой. Тоже хочу на следующий год. А, ты зор. Мете, пер фавор. Салюта, по салютаре. Скажи привет. Привет! Наш стол. Лук. Его едят с вареным мясом. Брокколи сегодня утром я делала. Си. Вот они, мои любимые. Фоточку сделала им. Все, баста, баста. Puoi salutare? Sì, ciao a tutti. Привет. Привет. Скажи привет. Che devo dire? Привет. Привет. Brava. Моя свекровь. И вот как украсили Дед Мороз. Свекровь говорит, что этому Деду Морозу уже много лет. Но он такой классный, да? Это вон Наталья сделали. И Аллегра малышка. Вот еще какая куколка красивая. И хотела вам показать. Здесь чуть-чуть, я не знаю, уже помню, показала, украшивала или нет. Браво, мам. И бульончик. Говорит, голодная. Все голодные. Муж сказал, что у меня съёбу на 1 000 000 евро. Стабени? Си. Questo si lascia pezzo il comodino, fa anche un profumo particolare. Tisana o testa? Ah, tisana! Ah, te c'è! Ma io non ho fatto niente, tutto il nuovo di mi dice, domani che volevo passo, domani ci sono. Domani sono dalla chiesa. In fondo alle scale nostre, mamma. Quando sei, poi si ritira l'acqua, via. C'era una melma da 2 cm, sembrava il grasso quello che tu metti nelle macchine. Oh, no. Andava levato con la... Allen ha anche un coltellino. E allora fai un gioco. Ma come lo fai? Che gli hanno detto? Ma era tutto a posto. Allora? Torna a febbraio, marzo. Sì, ma lei quando dice non ha fatto niente. Sì? Sì, sì, un pochino. Grazie. Allegrata, vai! C'è la maestra numero 7. Vabbè, meraviglia!
Bella. Bella che bo- ma lei ha fatto da sola. Sì, ma il limoncello però il finocchio. Ah. Finocchiello. Finocchiello. Finocchio. Prendo questo. Questo te l'ha il tuo, Cristina. Certo, amore, certo. Ma va a sentire? No. Un turco troppo capito, amore. Давай, давай. Далее. Девочки, кошечки, мои любимые, всем бонджорно, всем доброе утро. Ребята, привет. Ну, давайте по порядку. Прежде всего, обожаю такие посиделки у Кристины, когда собирается вся семья. Но, к сожалению, не вчера не вся была. Вот, но они всегда такие теплые, веселые, много болтают, много рассказывают. Ну, в общем, я обожаю. Это вот вчера день был один из дней моих любимых, не считая Рождества. Рождество тоже. Для меня это вот праздник, это один из самых любимых праздников. Конечно, это Рождество. Это какая-то сказочная, теплая, очень приятная атмосфера такая семейная. До этого я не понимала, да, у нас... В принципе, немножко другое Рождество, но именно Рождество итальянское мне очень нравится. Приезжала тетя и Кристины, и моего мужа, и двоюродная сестра. Есть еще одна двоюродная сестра. Вчера была Клаудия со своей собачкой. Аллегра обожает собачку. Вот. И Анна. Она не смогла приехать, потому что они еще собирают оливки. Они делают масло. Кстати, нам вчера масло привезли. Мы его покупаем. Вот такие вот цистерны. Вот такую цистерну подарили моей свекрови в качестве новогоднего подарка. Вот. Ну и потом еще разные там подарочки. По-моему, я что-то показывала, да, в видео, что ей подарили. Мы тоже обмениваемся подарочками. Алессандро и Аллегра подарили конвертик с денежками на Новый год. В общем, каждый раз перед Рождеством они приезжают к нам в гости, привозят нам масло, и Кристина устраивает праздничный обед. Но это прям классно было, очень тепло, уютно. Посидели, покушали, обменялись подарками. Мы тоже им подарили наборчики для рук. Я вам сейчас покажу, они натуральные. Мы парфюм для дома подарили тете. Что мы там еще подарили? Елочку хрустальную. Много не снимала, мне было неудобно. Они, знаете, в первый раз меня видели с камеры, поэтому я так чуть-чуть, чтобы, знаете, это люди не как это сказать... Не посмотрели на меня странно, может быть, что-то, не знаю. Но они очень простые, хорошие, классные. Мы возле камина посидели, поболтали. У нас Кристина была, да, ответственная за еду, она готовила. Я потом ей, конечно же, помогала все убирать. А Аллегра у нас была за развлечения. Она, конечно же, танцевала, несколько балетов там устраивала. Собачка бегала туда-сюда. Было очень классно. Это, получается, тетя, жена моего дяди, моего мужа, да, родного, еще раз. Это жена дяди родного Кристины и моего мужа по папиной линии. К сожалению, дяди больше с нами нет. Он покинул нас в прошлом году. Ему было 93 или 94 года. Девочки, и он до 90 лет, вы представляете, собирал оливки, у него свой огород, куры, ну, в общем, много живности. Они, кстати, вчера нам тыкву привезли. Я, Кристина, говорю, если ты будешь что-нибудь готовить, дай мне попробовать. Такая тыква огромная. Вот, и он до 90 лет был достаточно активный. Он делал масло, он тоже приезжал постоянно к нам в гости. Такой тихенький. Тихенький, скромный старичочек. Ну вот, ну, постоянно улыбался. Вот, последние 2 года, конечно, он уже это, не очень хорошо себя чувствовал. Кристина приготовила традиционное рождественское итальянское блюдо. Я вчера еще думала, оно чем-то похоже вот на наше, только мы его едим по-другому, на холодец. Они
мясо варят, там язык, да, хвостик, ножку, мускулы, да, на косточке, знаете, там мяско, жирок, и они едят в горячем виде, а мы, в принципе, холодец делаем точно так же, мы варим хвостики, там, пятачки, ну, в принципе, практически то же самое, и они, получается, кушают тарталини с, скажите мне, пожалуйста, с бульончиком, и мясо в прикуску, вот с этим вот луком, который я вам показывала. Если честно, у меня лук вчера этот не переварился, он у меня вверх-вниз, вверх-вниз. И я еще в прошлый раз заметила Клаудию, но мне показалось, я, конечно, не стала говорить, что она стала перестала есть мясо. Рыба, она сказала, что она есть. Действительно, она вчера была все мясное, она не ест. Я уже так потихонечку спросила, я говорю, ты мяско не кушаешь? Да, она говорит, да нет, у нее там случилась одна ситуация, после этой ситуации, как бы, она мясо не кушает, но все равно ей зашли по вкусу мои брокколи. Рецептик я снимала отдельно, с утра не стала снимать видео, девочки, с 8 утра и брокколи, и аллегро, и муж, и 5-10. Мы так наелись, так мы еще после, мы уехали в 4:15 на день рождения. У Аллегриной подружки со школы было день рождения, и мы там до 7:30, они, знаете, где отмечали, где вот эти вот надувные матрасы, надувные горки, знаете, вчера было, я не помню, 6 день рождения там. В общем, мы пришли, у меня вот такая вот голова. Я ничего же не ела на день рождения, потому что у меня просто... Ну, вот я знала этот лучок, знаете, он кисло-сладкий. И он у меня так вверх-вниз, вверх-вниз. Я пила чай, еще на день рождения выпила кока-колу, чтобы, знаете, желудок немножко растянулся, как мой муж говорит. Ну, ладно. Посидели мы замечательно. И Кристина, у нее осталось, она мне вчера дала, так, прям такой прям жирненький, ну я его разбавлю, бульон от мяса, знаете, он такой практически как холодец, и мясо, да, и что вы думаете, что я буду готовить, она говорит, Таня, возьми это и готовь борщ, буду готовить борщ, сегодня с утра уже сходила за продуктами. Сейчас я вам покажу. Знаете, что я нашла? Здесь очень сложно найти свеклу свежую. В прошлый раз я борщ готовила, она, знаете, уже приготовленная свекла. А это я взяла свеклу свежую. Ну и сегодня буду, не сегодня буду готовить борщ, я сегодня мясо красное не хочу есть. Сколько стоит? Сколько же стоит? Так, давайте. Здесь получается 0,5 килограмма. 2 евро. 1 евро 99 центов. На вечер нам взяла индейку, филе индейки. Аллегро. Куриное филе. Это уже на завтра. Тертые помидорчики. Капусту. Бананы. У меня муж любит бананы. Так, в этот раз лук не клал. Мою походную сумку. Мне вроде как Кристина сказала, может быть, на этой неделе уже будет готова моя машина. Девочки, у нас был Black Friday. Я так хотела поехать что-нибудь купить. Можно было купить подарки на Новый год. Я, кстати, кое-что уже на Рождество, кое-что уже прикупила, но я вам покажу в следующем видео. Куриные яйца взяла, буду обедать. Еще вам хотела сказать... Как называется эта каша? Я ее, если честно, не помню. Я пыталась ее перевести, и она так и переводится. Булгур. 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 Но мне кажется, я такую кашу ела в России. У меня, я уже ее готовила, ему очень понравилось. Мы решили сегодня ее еще приготовить. Чай. Сейчас сезон чаей. 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 Чаек. Мужа посадила на чай. Он до этого не пил. English breakfast. Мне очень нравится, знаете, с лимончиком и с медом. Нам вчера даже Кристина, знаете, что дала банку меда. Сейчас я вам покажу. Баночку меда. Что я взяла? Перец. Хочу попробовать добавить в борщ
перчика, но совсем чуть-чуть, потому что у меня мужа он не переваривается, но мне кажется, он даст прям вкус такой. Лимончик. Сейчас хочу себе сделать чай. Бужанинку. И купила себе кофе. Джинсенг. Ну, последняя, прям болталка. Хотела вам сказать. Аллегра, вчера была на день рождения. Вы знаете, у нас на детских днях рождения, после того, как детки уходят, всегда им маленькие дают презентики. Вот, кстати, такие штучки. Если честно, я уже не помню. Не то, что не помню. Я не была на детских днях рождения. Я не помню. У нас тоже такое, да? Когда детки уже уходят, им дают какие-то презентики или нет. У Аллегры на день рождения в последний раз я дарила всем вот такие вот ленточки. Кстати, они всем зашли, я хочу сказать. Все распаковали, и вон там вот не хотели уходить, плясали. Я упаковку купила, по-моему, там 20 штук, я не помню, 10 евро, что-то такое, и разного цвета им раздарила. Напомните, пожалуйста, делаю так или нет, хорошо? Все, кошечки, у меня такой бардачок дома, хочу сейчас навести порядок. Кошечки мои любимые, буона сера. Квартиру я убрала, я искупалась, Аллегру забрала с садика. Не снимала видео, как я убирала, не было ничего такого, была влажная уборка. И кое-что продезинфицировала, потому что я говорила, да, на прошлой неделе у меня муж болел. Я все ваши пожелания о выздоровлении мужу сказала, он поблагодарил, сказал спасибо большое. Но он до сих пор, ему делает Кристина уколы, он не очень еще хорошо себя чувствует, но именно сам этот кишечный вирус у него уже прошел, но ноги до сих пор болят. Я вчера себя не очень хорошо чувствовала, а последние 3-4 дня у меня нос заложен и вот голова болит. Здесь уже немножко, сегодня уже немножко получше. Это моя домашняя одежда. Это была пижама. Я давно еще, может быть, вы помните, я покупала Кристине такую же пижаму, но мне очень жарко спать. Очень жарко, знаете, прям пуховая. И я в ней хожу по дому. По дому, конечно, то самое. То сейчас холодно, я когда убиралась, у нас в квартире было 14 градусов, потому что я оставляла окна открытыми, знаете, чтобы это проветрить все как следует. Ванну тоже хорошо помыла и хлорку везде залила, так чтобы никто у нас не болел. Сегодня я готовлю любимое блюдо Аллегры. Куриную грудку, филе в лимонном соке. Она вообще готовится, там не надо много воды добавлять. Можно вообще не добавлять, просто лимоны сбрызнуть. Но Аллегра настолько любит, сказала, юшку, что я добавляю ее прям много. Мне что-то не помещается, но сделаю 4 как раз. А этот кусочек уйдет к нам на наш ужин. Аллегра меня зовет. Арива Пизоро. Так, госпожа. Аллегра меня позвала. Я думала, ей помощь. Ванная нужна. Захожу, ее там нету. Она в комнате. Я говорю, ты меня звала, она, да. Я говорю, что такое? Выключи свет, пожалуйста, ванная. Мне кажется, когда бы я это блюдо не приготовила, она будет его есть всегда. И на завтрак, и на обед, и на ужин. Рис я поставила вариться. Ее прям это блюдо с рисом. Если кто не видел, да, куриную грудку обваливаю в муке. И здесь половина лимона. Она прям любит, чтобы вкус был такой лимончика. И водичку. Сейчас смотрю, смотрите, какой у меня появился синячок, потому что сегодня ночью плохо спала. Знаете, у меня прям желудок прям такие звуки заработала. Потому что закипело. У меня муж такой: о, теперь твоя очередь. Я говорю, да.
Si ferma già. Чтобы прям побольше было. Курочка Аллегры. Ну вот она прям любит. Но сейчас еще остынет юшка, она немножко, знаете, застынет. И рис. Буду готовить кастрюли. Не хочу пачкать много посуды. Сейчас я буду потише. Хотела сначала добавить морковку, но не буду. Достаточно лука. Здесь кусочек куриного филе Аллегры и индейка, филе индейки. И у нас осталось еще вот это мяско. Выкидывать не буду. Я его тоже порежу и туда кину. Будет очень вкусно. Знаете, что я думаю? Это, скорее всего, похоже на ячневую кашу. Но почему-то, когда я вбиваю в переводчик, она мне так и пишет. Булгур. Булгур. Ну ладно, ну в общем, буду делать как ризотто с мясом. Не знаю, мне кажется, будет это очень вкусненько. Кусочек большой остался курочки. Так, индейка почти готова, поменяла на цвет. Я закинула это мяско. О, что-то мясо. Мне кажется, у меня будет мясо с кашей. Да, с крупой, а не крупа с мясом. Ой. И нашу крупу. Где-то здесь у меня осталось 150 грамм. Но я хочу еще чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Печка. Мне этот чайник Кристина в прошлом году на Новый год подарила, на Рождество. Запах потрясающий. Давайте пробовать. Я думаю, она еще горячая, прям с нее пар. Очень вкусно. Данная сама по себе каша, я уже, да, говорила, в прошлый раз я ее готовила, добавила только сливочное масло и пармезан. Мне муж сказал, как вкусно. Сейчас все съем. Очень вкусно, довольна, потому что это у меня был эксперимент. Я думала, что это крупа. Ячневая кашка, пусть мы ее так назовем, будет у нас всегда, да, здесь на полочке, потому что она очень вкусная, мужу понравилась, и мне понравилась. Аллегра пока ее еще не поняла, кстати, она меня уже зовет мама. Но ты же эксперт по видео. Я говорю, а что ты хотела? Она, ну пойдем, поможешь мне сделать видео. Я говорю, ну хорошо, только ты свой телефон оставь. Камера, я говорю, хорошо, зайка моя. Кошечка моя любимая, буду заканчивать влог. Побежала я к своей доченьке любимой, помогать ей снимать видео. Телефон у нее это расческа. Она с обратной стороны, знаете, отражает. Видно, да, свое отражение. Она и вчера пришла, снимала видео с одним пакетиком, который я вам сегодня показывала нам на день рождения, да, презентик дали. Она вот, посмотрите, что мне подарили на день рождения. Вытаскивала каждую штучечку, да, шоколадочку, чупа-чупс. Рассказывала, какого он вкуса, любит ли она этот чупа-чупс, шоколадочку. Ну, в общем, юный блогер. Иногда я так с ней улыбаюсь. Уже попробовала свою
курицу, бульончик. Вот ей прям нравится этот бульончик с лимоном, она его просто ложкой кушает. Но все, уже видите, к вечеру начинаем в нос говорить, начинает закладывать. И вот эта вот часть у меня просто вот так вот болит. Ну, я думаю, сегодня еще одну таблеточку дам. Мне вчера муж дал, мне намного полегче было. А то я сплю, знаете, и не могу. И у меня одна ноздря закрытая. Так вот. Ладно. Все, мои кошечки любимые, ребята. Пока-пока. Бонанотте.